Тысячи беженцев с Ближнего Востока и из Африки ожидают на славянско-австрийской границе своей очереди, чтобы пересечь ее и дальше отправиться в Германию и Швецию. Неподалеку от пограничного славянского городка Шентель вырос огромный лагерь, население которого постоянно увеличивается. Ведь австрийцы пропускают беженцев через границу группами по 50 человек. Поезда и автобусы привозят в Шентель гораздо больше людей, чем оттуда попадает в Австрию. Словения пытается сократить время пребывания беженцев на своей территории, также поступает Хорватия. С полуночи у нас было 5 поездов, сейчас мигранты садятся в 5-й состав. Каждый поезд забирает примерно 1000 человек. Эти поезда меньше, чем прежние, но ходят чаще. Все это благодаря хорошему сотрудничеству Сербии и Словении, говорит представитель Министерства внутренних дел Хорватии. 2 недели назад Словения перекрыла движение поездов по своей территории, поэтому Хорватия довозила мигрантов до границы, а дальше они шли пешком. Теперь железнодорожное сообщение восстановлено.